На 1000 ивановцев больше. В пятницу в областном центре зарегистрирован тысячный новорожденный в 2017 году. В ЗАГСе не только виновник торжества, но и его родители и друзья семьи. Вот уже на протяжении ряда лет мы в середине марта регистрируем тысячного ребенка, который родился в городе Иваново. Этот праздник очень радостен, наверное, очень важен для горожан. На самом деле на 1000 жителей в городе стало больше в этом году. Знакомьтесь, Иван и его первый выход в свет. В этот день он получил сразу два документа – свидетельство о рождении и СНИЛС. А еще своим появлением на свет малыш приумножил семейный бюджет. Поскольку он второй ребенок в семье Лозиных, руководитель пенсионного фонда вручает его родителям сертификат на материнский капитал. Малыш, правда, участия в мероприятии не принимает. Сейчас никто не отменял. Имя выбрала Кира, потому что у нас были какие-то другие варианты, но Кира сказала, что у мамы в животике это Ваня, и пока мы не согласились, она каждое утро нам напоминала, а мы братика Ваней назовем. И пока мы не сказали «да», она не успокоилась. Поздравить семью приехал и мэр Владимир Шарыпов. Не стоит понимать буквально, но это его первый тысячный ребенок. К концу года, прогнозируют сотрудники ЗАГСа, новорожденных в городе будет зарегистрировано около 6000. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.